Организаторы проекта «Здоровое сердце. Залог успеха» продолжают помогать жителям города над Бугом и Брестского района не терять контроль над состоянием здоровья. В ноябре медицинский десант с профилактической акцией приехал на Брестскую областную базу Бакалея. В стране у нас действует программа «Здоровье народа и демографическая безопасность». И в развитии этого программы у нас утверждены планы на территории города и района. Ну и вот как реализация этих планов, вот это вот мероприятие «Здоровое сердце. Залог успеха». В этом году 12-е мероприятие, скажем так, акция «Здоровое сердце. Залог успеха». Сегодня мы его проводим на Брестской базе Бакалея. До этого были другие мероприятия на предприятиях города, района. Кардиолог, офтальмолог, эндокринолог, невролог и терапевт. Консультации этих докторов смогли получить сотрудники предприятия. Также в списке медицинской профилактики, диагностика уровня сахара, проверка индекса массы тела, электрокардиография и УЗИ щитовидной железы. Руководство и сотрудники базы Бакалея за такую возможность проверки здоровья очень благодарны. У нас в Бресте работает порядка 300 человек. Сегодня мы надеемся, что пройдет 120-150 человек. Это минимум 40% от всех работающих. Мы считаем, что это очень полезно. Конечно, мы сразу же откликнулись, и люди с большим интересом записывались и к врачам для того, чтобы получить квалифицированную консультацию у узких специалистов. Конечно, акция очень полезная, очень нужная. Акцент проекта – сердечно-сосудистая система и ее болезни, лидеры списка причин инвалидизации и смертности. Чаще всего и в ходе подобных мероприятий, в том числе, выявляется тихий убийца – артериальная гипертензия. Больше всего пациентам было выявлено с артериальной гипертензией, то есть повышенным артериальным давлением. Но это бич всего мира, Европы, в том числе Республики Беларусь. Заболеваемость артериальной гипертензии, к сожалению, растет. Она проявляется в более молодом возрасте, на ранних стадиях. И, конечно, если вовремя начинать ее лечить, соответственно, даже иногда на первой стадии артериальной гипертензии можно еще модифицировать образ жизни, ее поменять, не назначая лекарственных препаратов. Безусловно, не оставляют без внимания доктора и иные проблемы со здоровьем. При необходимости выписывают направления на дальнейшие обследования. К тому же, не так давно к основному блоку профилактических мероприятий был присоединен дополнительный. Он направлен на выявление онкозаболеваний. Мы подключили еще один блок. Предотврати болезнь, выбери жизнь. Дело в том, что онкологические заболевания занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний по причине смертности. И здесь важно, чтобы люди вовремя обращались к врачу, чтобы заболевание не доходило до запущенных стадий, потому что показатель онкологической запущенности за 2017 год составил 15%. До конца года подобные мероприятия пройдут еще на нескольких предприятиях региона в списке «Ковры Бреста» и «Брестский аграрий». Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания «БУК-ТВ».